Службы города начали подготовку к весне. К противопаводковым мероприятиям готовятся спасатели, коммунальщики, ресурсоснабжающие и другие организации. На бульваре Какой в четверг прошел смотр сил и средств, которые будут работать на месте чрезвычайной ситуации в случае ее возникновения. Впрочем, в областном центре серьезных проблем пока не было. Виновниками локальных подтоплений в Иванове становятся, как правило, забитые трубы, канализации и ливневки. Впрочем, если последние недели февраля и март не принесут особых сюрпризов в виде метровых сугробов, то паводка ждать не стоит. Если снега нету и мороз, соответственно, небольшой, то можно надеяться, что паводок будет тоже удовлетворительный. Небольшой. Но все опять зависит не только от нас, все зависит от рек, все зависит от ситуации по течению данных рек. Все работает от слаженности работы гидросооружений, которые стоят по этим рекам. И если все это будет квалифицированно, качественно и согласованно проходить, то есть сброс воды, то все у нас должно быть нормально.